пытается проглотить кроличью лапку. Она все регулирует, все размеры. Если бы она была не уверена, что не проглотит, она бы не решилась на этот поступок. Оп. Зашила. Сейчас поморщится. Тяжело пошла. Вкусняшка, скажи. Зубам обязательно нужна пища с наличием шерсти, когтей и костей, чтобы в их мускульном желудке образовывалась погадка. Погадка – это такой сухой комочек, который выходит после 8 часов приема пищи. Но проталкивает он ее. Какой ты насупился. Попил, поел. Попопил, помылся и покусил. Да? Приятного аппетита. Вот такую вот кроличью лапку Керби заглотил. На мышку похоже. А шум стоял под крышки. Начал, когда начал проглатывать, я просто начало не успела. Уже к серединке данного процесса. Передняя заячья лапка.